Никит, тяжелая победа над Универсалом в серии пенальти. Ну, вообще, что это было? Какие эмоции после этой игры? Ну, эмоции только положительные, потому что победа, как бы, далась тяжело довольно. В серии пенальти всегда для, ну, как по мне, для нашей команды это некая лотерея, потому что у нас как есть классные исполнители, так и не очень. Кто-то боится, кто-то нет. Приходится, так сказать, брать кому-то на себя ответственность и тащить команду. Сейчас сегодня парни молодцы, пенальти забили все свои, они не забили. Чужая команда тоже молодцы, здорово сыграли. Хороший матч получился, очень нервный и напряженный. Первый тайм закончили 0-0, хотя были моменты. Как думаешь, чего не хватило в первом тайме, чтобы забить? Ну, наверное, не хватило, не знаю, может, чуточку везения, потому что и моменты создавались, и опасные такие мини-футбольные больше, там, с проникающими передачами и замыканиями. Где-то просто не везло, где-то парни оборонялись хорошо, универсал. Очень здорово, приятно было с ними играть. Ну, видно, что команда сильная, прям. Не то, что в нашей группе, конечно, там тоже парни были послабее чуть-чуть, но команда сильная, и было сложно забить. Вот вообще Универсал, не знаю, как по мне, был, наверное, самой страшной командой во второй картине, которая могла выпасть вам. Вообще, какие были эмоции от того, когда увидели, что предстоит сыграть именно вот с этой командой? Ну, честно, я когда смотрел жеребьевку, я такой, ну, подумал, что, наверное, будет Универсал с нами, как всегда, потому что нам обычно на такое дело везет. И, ну, так и случилось. Ну, на самом деле, немножко были, подходили к игре прям серьезно, настроенно, потому что понимали, что Универсал — это команда как бы хорошего уровня, уровня городского мини-футбола, и если чуть расслабиться, нас бы, наверное, наказали за это, да и, собственно, как бы, под настрой был соответствующий команды, но и ожидания были от команды тоже хорошие, на боевой футбол. В 1/4 вас ждет Горняк. Есть какие-то ожидания от этой игры? Может быть, как-то будете отдельно к ним готовиться, что-то о них знаешь? Ну, честно, о команде я мало слежу за командой других корзин, ну, других групп следил особо, ну, только за Севером я следил, потому что там наши ребятки играют. Про остальные команды мало что знаю. Честно, ну, Горняк всегда и Горный в целом всегда хороший лоб показывает, поэтому тоже придется настраиваться, так же как Универсал. Думаю, они ничуть не слабее Универсала, и дальше команды будут только сильнее и сильнее, поэтому расслабляться нельзя вообще никогда. Спасибо, с победой!